Друзья, всем привет! С вами Марина. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу вам предложить очень неожиданный способ, с помощью которого можно отбелить белые вещи. Этот способ отлично убирает желтизну, серость белых вещей. Как я уже сказала, способ очень необычный, потому что основной компонент не моющее средство, а средство из кулинарии. Поэтому сегодня в видео будет эксперимент. Будем отбеливать с вами полотенце. Кому интересно, обязательно смотрите это видео до конца. В качестве эксперимента сегодня будет вот такое вот белое махровое полотенце, но, как видите, оно имеет серый оттенок. И рядом лежит полотенце, которое на несколько тонов светлее. Именно от него мы будем отталкиваться, будем сравнивать, насколько способ эффективен. Нам необходим один пакетик. Вес моего пакетика 11 грамм. Добавлять дрожжи мы будем вместе с порошком в отсек стиральной машины. И стирать необходимо при температуре не выше 40 градусов. Дрожжи абсолютно любые, стиральный порошок тоже любой, которым вы пользуетесь. Друзья, полотенце я постирала. Смотрите, оно стало намного светлее, нет серости, нет желтизны. Оно одного оттенка с тем полотенцем, которое было на несколько тонов светлее. Я вам еще обязательно сделаю фотографии с вспышкой, чтобы более наглядно показать вам результат. Но мне способ очень-очень понравился. Вещи действительно выглядят более новыми, более свежими. Поэтому воспользуйтесь моим советом. Уверена, что он вам понравится. Уверена, что стирка белья с дрожжами вас обязательно удивит. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Марина. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.